Алло, ребят, вы что, там вообще уснули, что ли, после новогодних праздников? Снега, что ли, вам насыпалось много, а? Короче, в Берхолле пробка, дизайнерское решение весенней коллекции от Веры Палагиной. И, как говорили очень умные люди, если ты красива, то ты обречена на успех. А если нет, то удачи. Ну что, поехали, ребят. Программа «Коса», Берхолл пробка. Которых можно и в театр, и в кино, в магазин. Универсальные вещи для повседневной жизни. Вдохновил меня на создание нашей коллекции американский рисовальщик Дональд Робертсон. Креативный директор косметики MAC и рисует безумные скетчи с помощью помады, туши и косметических средств. Он вдохновил меня на создание коллекции свитшотов, футболок и костюмов с его скетчами. Но сегодня мы представили первую линию Палагина. Коллекция максимально создана для нашей повседневной жизни. Таня, вы сегодня излучали счастье, радость, удачу, лабутены в новой коллекции от Палагина. Что вы чувствовали? Я чувствовала большую уверенность в том, что этот наряд подходит мне вот как никогда. Я действительно чувствовала себя в нем главным экспонатом среди этого большого красивого коллектива. Большое спасибо хочу сказать девушке, которая ее делает, это Вероника. Боже, спасибо ей огромное. В этом наряде действительно я чувствую себя экспонатом в любой галерее, в любом месте, на любой вечеринке. Стартовал чемпионат Харькова по живому караоке, когда каждый желающий может петь на сцене с группой DreamVest, нашими любимыми резидентами. В конце месяца каждого у нас будет проходить финал месяца, затем финал сезона. В конце 2016 года финал года. И победитель караоке получает главный приз, это поездка в Чехию от нашего партнера. Каждое воскресенье мы разыгрываем большое количество призов. Также мы планируем специальный телепроект, посвященный женовому караоке, так что приходите. Хочу поздравить тебя с днем рождения и, конечно же, спросить, как человека, который совершенно не относится к этому заведению никоим образом, почему же ты выбрала для празднования своего дня рождения проб? Самая классная атмосфера, душевная. Сюда приходишь как будто бы домой. И поэтому вариантов было немного. Был вариант либо пробку. И вот пробку был самый идеальный вариант. Дизайнерский сегодня показ. Безумно понравилось. И также и детская коллекция, и взрослая коллекция. Я для себя присмотрела там пару костюмов и платья. Обязательно что-нибудь бы мне хотелось приобрести. Так сложилось, что февраль у нас практически месяц благотворительных концертов. 2 февраля – День памяти Скрябина. Собранные средства, а также часть выручки передаем детскому дому «Отрадное». Это наш подшефный детдом, мы всегда ему помогаем. И, к сожалению, нашему глубокому так сложилось, что у Кости Корженевского заболел 9-месячный ребенок. Там очень тяжелый диагноз – это рак. Только узнав об этом, мы сразу же, безусловно, начали сбор средств. Для этого мальчика ему необходима операция за рубежом. Мы стартовали в благотворительном марафоне, когда гривна с каждого напитка, проданного в пробке, передается на спецсчет мамы Артема Корженевского. Соединяются уже многие рестораны в городе. Я думаю, что все вместе мы соберем средства и рассчитываю на то, что эта операция будет полезна, и мы спасем этого ребенка совместно, потому что группа «Ройбуш» выступает в очень многих клубах в Харькове, и остаться в стороне в такой ужасной ситуации просто невозможно.
Сашка, спасибо большое. Пробки, отличная атмосфера. Спасибо за то, что вы нас приняли. Мы выбрали пробку именно потому, что мы одеваем простых людей, мам, ихних детей. Даже сегодня мы представим мужскую коллекцию. Мам, которые гуляют в парке, которые живут каждодневной жизнью, им нужно выглядеть уютно, тепло, модно. Мы стараемся сделать для них гардероб максимально удобный для их жизни. Лабутены – это самое главное для девушки или нет? Для любой девушки самое главное – лабутены. Мальчики, когда, если что-то вам вот предлагают, спрашивает девушка, вот, может, ты подаришь подарок, мальчики, не раздумывая, дарите лабутены. Вот просто не раздумывая, берете и дарите лабутены.